Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Редис «Кто есть кто в античном мире», дополняя данными из Википедии и интернета. Помона. Помона – италийская богиня плодов. В Риме существовали жрецы Помоны невысокого ранга, и у Помоны была своя священная территория в пригороде Рима. В ее честь проводились празднества Помональ. Все наши сведения о Помоне исчерпываются тем, что о ней сообщал Варрон и Овидий в «Метаморфозах». Овидий рассказывает, как Помоной пытался завладеть бог смены времени года Вертум, который мог менять и свой собственный облик, и поэтому, кстати, ассоциировался еще и с обменом денег. Вертум показывался Помоне в виде жнеца, пастуха и сборщика винограда, но смог покорить сердце Помоны, только представ перед ней в своем обычном облике. Помону и Вертумна изображали на масках, изготавливаемых для празднества Церцеры, и иногда на настенных картинах и фресках. Позже скульптуры Помоны и Вертумна стали устанавливать в садах. Ну, вот так вкратце о Помоне. Помона – италийская богиня плодов. Пока-пока, до свидания.